Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в God of War. Так. Я там немножко, да, вперед продвинулся, так сказать, несущественно. Она, так как игра в этом плане линейная, поэтому далеко я никуда не ушел. Вот, просто два монстра победил и тележку чуть-чуть передвинул. На этом подвиг заканчивается. Куда дальше мы будем решать вместе уже, куда нам двигаться дальше. Так же, как и вы, буду смотреть на нее с широко раскрытыми глазами. Ну-ка, подожди. А как тут? Подтвердить, ну давай, ладно. Просто я не совсем понимаю, где здесь что, как подтвердить. Ну ладно. Я у гнома оставался специально для того, чтобы пройти этот кружок. Ага, все-таки я здесь. И вручную здесь, и так здесь. Ладно. Итак, там у нас гном. Там у меня вообще что? Так. Ладно. Это у нас есть. Это у нас что? Блин, тут лед, тут урон. Один на один. Я лучше уж... А, тут вообще пипец. Итак, ну, у нас 8 получается, а тут 7, но зато оглушение. Блин, сомнительно это все, конечно. Ладно. Так. А, ручной призыв, да. Да, есть такое. Было. Ладно. Куда мне тут? Так, перебегаем сюда. У нас тут... Стой. Так, вот здесь я не был, наверное. Точно не могу сказать. Ага. Давай. Нет? Нет. Так, получается, люльку внизу мы продвинули. Тут мы все собрали. Туда мы только что прибежали. Вот сюда надо сходить. Так, цепи мы сбросили. Да. Есть, конечно, но все не то. Я не умею разбивать вот эти штуки. Что еще? Но у меня есть вот эта вот люлька, которую я отцепил, которую толкаю. Она линейная игра, вы не ошибетесь. Я думал, просто в ответвление иду. Ну, как оказалось, это немножко сюжет игры все равно уже был. Поэтому вот эти почти достал. Пару мгновений. Вы уж меня простите за них, но... Давай! А!
Сундук. Кстати, что в таких сундуках? Я так только не разобрался и не обращал внимания. Где-то нужные вещи, где-то ненужные. Так, рунный призыв, вызов ставил. О, так, пикируешь с небес на землю. Так, у меня сейчас вот это, так. 4-1-4. Ну-ка, давай-ка улучшим, посмотрим. Ой. 4-1-4. Ну, тут руны, конечно, и оглушение идет. То есть он дезориентирует. А тут еще реально он урон наносит. Ладно, пусть пока с уроном будет. Ну, вещь хорошая. Я бы так бы на две бы руны прокачал. Но... но... утварь всю, кстати, громить надо. Вот единственное, что не... это, как сказать, мне не нравится, да. Да зачем ты слазишь? Залазь. Блин, вот эту телегу так-то дальше тащить, но там опять же далеко мы ее утащим. Или утащим. Не, не должны утащить. Так. Упремся. А, мне же камни надо первоначально, господи. Камни надо разбить. Это вот здесь. Тяжело будет. Будьте здоровы. Вот он. Да минутку. Сегодня просто прекрасный день, прекрасный день. Да и я еще под шофе. Поэтому спонсор программы Водочка Легенда. Потому что есть повод, есть повод. Ух ты! Теперь колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх. Так. Колесо крутится. Крутится, крутится, шар голубой. Подожди, а я почему не могу-то туда? Да, линейная игра. Вот не дай бог, сейчас какая-нибудь херота вылезет, блин, а я тут все израсходовал, все собрал. Ё-моё. Будь готов! Я так и знал. Да. Да. Ага, во-во-во-во-во-во, ледяной. Давай-давай-давай-давай-давай, бежим-бежим-бежим-бежим. Хренак, хренак его. Че, не такое, что и крутой, да, теперь? Ну, видишь, вот, что ты ледяной, да, действительно, что, но хоть в этом ты крут, что ты ледяной. На. На. Подожди. На. На. Вот так тебе. Да ты что думаешь? Что ты серьезно? Что-то можешь решить? На. Я тебя так забью.
дебилушка. Тролля на раз-два победил. Сильная руническая атака, сокрушительный бросок. Так, хорошо. Так, у меня сейчас стоит 4-4. А если этот раскачать? Блин, вот здесь 4-4-3. Я лучше так. Еще разок, ну-ка, давай посмотрим. На, охренеть. Конечно, ставим это. Так. Мама говорила, что раньше эти тролли жили в сердце горы вместе с великанами, но в конце концов его выгнали. Могу их понять, кому понравится жить рядом с троллем. А когда великаны ушли, он вернулся. Ни хрена, там просто выгнали. Что выгнали, как собаку, что ли? Охренеть. Понятия у них. Ну ладно. Всех захреначил. По выигрыше остался. Подожди. Мне надо. Нет. Вообще не то. Так. Сердце древнего. Так, закаленная сварская сталь. 0. А мне надо побольше. Так. Вот чешуйка мирового змея мне еще надо. Там что-то. Я уж не помню, что прокачивать надо. Ну, надо прокачивать. Вот и крюк. Так. Вот что надо, блин. Блин, блинский. Поехали. Ни хрена себе задумка-то хорошая. Подходит. Отлично. Сына. Поехали. Мы уезжаем. Так тогда прикольно. Поднимемся к самой вершине. Это мы скоро узнаем. Блин, мне еще много чего надо прокачивать на топор. Что-то какую-то там... слезу да. Огненную или что там. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Блин, как бы то ни было, но все равно страшно. Страшно, ей-богу. Не самая вершина, но близко. Так. Ага, сейчас как бахну. Ой. Стой! Вот этот целый! А что тут это? Записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его. Привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Давай. Если знаешь, то давай. Фонарик. Китайский фонарик. Смотри. Только почему каменный нахуй? Ого. Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Будь ну, по крайней мере, у тебя достойные желания. Нечиславный. В отличие от меня-то. Назад!
Ага, а ты куда пошел-то? Вперед, батьки, в пекло нахрен. Ага. Что у тебя сундука не ушли? Так. Кстати, хочу поздравить себя с подписчиками. Их вас набралось ровно 100. Да, забыл этот факт. Я очень-очень рад, что кто-то смотрит мои видео. Да, я стараюсь для вас как могу. Честно скажу, вначале записывал, у меня не было для старта ничего, кроме компьютера. Начал записывать. Сначала вроде бы даже без микрофона, теперь микрофон. Микрофон появился. Появилась эта хорошая камера, хороший микрофон. Поэтому, да, у меня, как сказать, идут улучшения на, для того, чтобы я мог это использовать, так как... Понял. Осторожней. Копа. Многие стримеры, да, которые там хреначат, они уже, как сказать, привыкли, приелось. Нету нового взгляда на прохождение старых игр. Так. И поэтому нужен свежий взгляд на игры всегда. Потому что кто-то проходит их так, кто-то на рандоме, кто-то, не знаю, на флеше, как, я неправильно, не знаю правильно, как называется. Быстро-быстро. Кто-то просто хреначит идет вперед, несмотря ни на что. Да ладно. Лучше помолчи. Там мы увидимся. Так. Ага. Вот так. Так, кто-то я взял. Рубленное серебро. А как мне эту штуку-то опустить? Так и понятно, ее прикрывать даже не надо. Я думал, что-то где-то застопорить надо, чтобы она обратно не открылась. Это что такое броня? Давайте посмотрим. Ой, минус 28, ни хрена себе, минус 28, минус 7, минус 6. Ну, тройка, да. Нет. Категорично нет. Наверху. Что наверху? Что ты мне предлагаешь наверху?
Выбраться можно только этим путем. Блин, я думал, ты мне что-то отдельно предлагаешь. Думал, я, может, что не увижу. Еще один подъем. Глядишь, до вершины, доберемся быстро. Так, до вершины доберемся быстро. Уворачивайся от топора, чтоб тебя не нахреначили. А то ботану тебя где-нибудь. Неважно, слева или справа, давай. Ничего, мы по дороге, кстати, собираем, смотрите. Ну, вроде я пополнил до максимума. Так что... Кстати, у меня камень жизни есть, нет? Камень воскрешения. Ресурсы. Камень воскрешения. Кольцо алхимика, восстановление роста и... Да не знаю, что такое даже. А, все, есть. Нормально, живем. Что есть еще? Поехали. Камень второй. Какие большие камни, господи, зачем они вообще стоят? А я уверен, что изначально это не так должно действовать. Снова поехал. Когда доберемся до вершины, далеко оттуда будет видно. Увидим озеро. А мировом змее, а наш дом. Узнаем, когда доберемся. А пока гляди в оба. Я как понимаю, суть игры-то не для того, чтобы мы до вершины горы добрались. Ой, хотя смотрите, какая гора. Я цел. Просто споткнулся. Знаешь, ты же такой сильный, но всегда так тревожишься. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Ну да, хотя особой радости от такой жизни нет. Неважно. Цени то, что имеешь. Стало радостнее. Я понял. Гораздо. Больше тревожится. Мы на месте? Нет, мы застряли. Давай! Я думал, мы сходим. Нет, оказывается. Поднимаемся дальше. Еще подниматься? Я не знаю. На нас еще нападут?
Несомненно. Понял. Да, готовься. Я рядом! Слева от тебя! Травка! Так. Просто! Да. Уже можно идти. Тебя сейчас штукштекс буду делать. На. Реально в группе не такая же штука есть, когда на оглушенного там садишься, так же 12 всего. Вот так. Опять застрял. На раз-два только нахрен их положился. Кто это такой? Атаку этого огра легко предугадать. Вовремя заметив ее, папа легко может уклониться. Папа вообще его порвал. Папа может, папа может. Все что угодно. Когда он зарядился, папе нужно бросить его топор, тогда другар взрывается и ранит соседних врагов. Прекрасно. И выше, и выше, и выше. Наступка племена получше. Бьется родная, в экстазе пылая. Блин, Владивосток 2000, да. Песня. Вроде обошлось. Если возможно. Я не ошибаюсь. Могу я ошибаться. Отец, я еще тот пиву. Когда мы развеем мамин пепел. Что тогда? Что будет дальше? Дальше мы будем жить. Будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Так. Побегали, побегали, попрыгали, попрыгали. И теперь мы их пас. Мы почти на вершине. Ой, у меня что, топор зазубился, что ли? А, нет. Специально это выемка. Ой, это дракон. Держи за мной. Это дракон или кто? Или что? Подожди. Я что-то не совсем понимаю, как это все должно действовать. Как мы на такой маленькой площадке можем охренеть такого большого дракона, как у нас. Первоначально. Я думаю, это перебор для разработчиков. Тем более, не дай бог, это тот, которого мы освободили. Готовься! Топор. Я призываю свой топор. Так, он ушел. Правильно? Держи! Он еще и нас за собой захватил. Ладно.
Надеюсь, вот мы его битва. Частями будем побеждать. Блин, не дошли. Да помешал нам, блин, тварь такой. Стой. Ого, что это? Похоже на корень Игдрасиля. Это что, смола? Преграды и сока мирового древа можно разрушать с помощью кристалла с энергией молнии. Ничего себе! Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Ой, у тебя много вопросов, Сова. Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. А, да, ладно. Так. Где кто есть? Где? Я слышу. Только откуда здесь вообще люди живые взялись? Ты вот этим вопросом задайся. Стой, сын. Давай подождем, посмотрим. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Сынок, ты дебил. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Спасибо. Доверился сыну. Эй, урод, я здесь. А вам напоминаю, что я собираю средства на видеокарту, так как стали игры более мощные. Поэтому, а сразу так вот зарплаты я купить себе не могу позволить. Поэтому, кто чем может, принимаю любую помощь. Ссылка в описании, куда вы можете перевести свои деньги. Вот. Давай. Сейчас главное, чтобы пламенем не пыхнул. Он там бежит тут. Так. Давай. Твою ж мать-то. Как мне тогда дальше-то продолжать тебя хреначить, если ты меня сейчас все эти разобьешь? Вообще нечестно.
Да, не так. Твою мать, а как, когда мне кидать-то? А что? Почему ты меня к себе-то тянешь? Да ну ж мать-то, как мне тебя? И почему так делаешь-то? Она один хрен в руках взрывается, да? Шума. Еще попасть. Ой, шмак. Не-не-не-не-не-не-не. Все, алгоритм высчитали. Осталось только попасть в эту тварь. Давай. Давай.
Пошли, 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 кидаем бомбу. Так, он уполз или что? Бля. Мальчик, ты цел? Там гном. Я знаю, что делать. Готовься опустить кран по моей команде. Я не знаю, как он работает. Мне все равно. Будь готов. Бля. На. Ага, ой, вот вынудил его. Шею. Господи, это же больно. Учитывая, что он меня хотел убить, но я люблю животных, поэтому... Давай! Мне жалко, честно сказать, мне жалко дракона как животное. Он не контролирует себя, уже животное. Первоначально своей ипостаси. А разумный он или нет, это дело десятое. Люблю животных. Вот тут так получилось, что либо я, либо он. Жалко. Жалко, конечно. Ого! Мы его победили! Конечно, сынок! Ха-ха! Ты-то особенно! Но. Драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен Великого Истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь, вы меня спасли. За это положена награда. Давай, награду мы всегда примем. Давай, награду. Что это? Это стрелы с Амелой. Прямее, чем луч солнца. Баланс идеальный. А, спасибо. Так, ладно. Погоди. Фу, не то. Хорошая сумка. Говори с моим братом. Да, сказал, ты утратил талант. О, и что, я себе любит? Нет. А еще что, мне важнее красота? О, нет. Чем качество? Что я напыщенный? Нет. И надменный? Суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. А-а-а! Проехали. У меня нет на это времени. Нет. Стой, погоди. У меня идея получше. Давай. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Но выкорчевывай. Бля, у него много зубов. Выкорчевывай все. Не могу поверить, папа только что убил дракона. Я даже не знал, что он такого умеет. Ну, то есть, я, конечно, знал, что он очень сильный и все такое. Но дракон был такой огромный. Его звали Хреслир. Это значит что-то вроде ужаса. И это ему очень подмогло. Подходило. Он был злой, страшный. А еще стрелял молниями из пасти. К счастью, папа нашел кристаллы сока. Игдрасиля и оглушил ими Хреслира. А потом воткнул большой кристалл ему в голову. А потом бабах, и дракон упал. Меня до сих пор трясет, а папа совершенно спокоен. Он вообще не испугался, да? Итак, поехали далее.
Так. Дракона мы убили. Зуб. Смотри, где хватит. О, не ладно. Что за мерзость? Что за мерзость? Господи. Отлично! Да, сойдет! Там этих зубов, господи, давай сразу надергаем, сразу много. Так. Лавка. Интересно, а я через рот, да, должен, по идее, так-то проходить? Если вдруг обратно захочу выйти. Хотя тут можно обойти, но надо через рот будет проходить, я так думаю. На! Ну да, я это трогать не буду. Просто подержи его. Держу. А теперь проведи по тетиве лука своего сына. Сделай милость. Сын. Атрей, твой лук. Давай. Двух раз хватит. Чем-то я заряжаю. Поверьте там. Вы получили шоковые стрелы, стреляйте ими в кристаллы, чтобы разрушить преграды из сока мирового дерева. Ну, наконец-то! Ого. Твою ж мать-то! Вот так, а вы не верили. Подожди, навыки. Да вот. Давай, сразу прокачаем на дополнительные эффекты. Так. Так, обладай дополнительными эффектами. Так, шоковая стрела, у нас увеличенный урон шока. Вот так вот тебе. Да. Ты сам уже разобрался, ну, молодец. Давай, посмотрим, что у меня есть. Своей мастерской работы, ни в коем случае. Главное тебе помочь, да. Улучшение топора Лилиафана. Купить. Так. Волшебный камень, живлящий. Так, с большим запасом здоровья, давай. Блин, ладно. Прочная сварская сталь. Я плохого не посоветую. Все? Все что угодно, юноша. Закаленная сварская сталь, или как она правильно называется? Вау, теперь-то немножко можно поболее разгуляться. Мне придется... Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Да, назад. Например, придется возвратить. Точильный камень. Совсем недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с ограми. Да. И с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Опа! Взял. Да. Так. Понимаю. Блин. Даже если я буду прокачивать его. Так. Нет. Я думаю, оно не достойно того, чтобы я его прокачивал. Давай, сынок, полезли. Пойдем.
Блин, какой большой, необъятный у нас. Что? Правильно, мир. На. 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 Вот так тебе. Вот так. По идее, должен жизни воскрешать. Вот и он. Мне его разбить? Так, кошмары и без того отвратительные, а те еще и умеют вселяться в других существ и делать их сильнее. Интересно, те, в кого они вселились, могут осознавать себя и управлять своими действиями, или у них начинается кошмар наяву? Неприятная штука, наверное. А мне нравится, хотя странно, этот не разбился полностью. Я попал по этому кристаллу, но он все равно светится. Трома! Так, не помогли. Так. Его надо поднять. Блин, блинский. Вау, тут сзади сундук был, а мы его и не видели. Вот так вот, видите? Башкой надо своей вертеть. Влево и вправо. Еще разок. Все, победил. Что на этот раз? Эти кошмары изо всех сил стараются селиться во врагов, чтобы сделать их сильнее. Ну, это мы уже поняли. Это мы уже знаем. Это нам не впервой. Ну и далее по списку. Тихо. Я готов. Да. Вот так. Да. Да. Так. Давай. Умерла? Подожди, а как вас переключать-то? Подожди.
Так. Подожди, ну-ка, параметры. Так, прицеливание, сильная атака, слабая атака, блок парирования, достать оружие, возврат топора, действие сына F, тип стрел Т. Вот так. Давай. Маленько не так. Ладно. Идем сюда. Да. На. 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 Вот так тебе. Да. Смотри, там мост. Но как нам до него добраться? Твою ж мать. Плохо выгляжу. Конечно, плохо выгляжу. Застрял с другой стороны. Так, еще разок. Ага. Ждем. Дрома! Мне никогда не надоест взрывать штуки. Подожди. Вау, еще одна история. Смотрим. Смотрим историю. Еще один. Это Эмир. Мама начинала про него рассказывать, но я был еще маленький. Великаны рождаются у него из-под мышек? Ну, как-то так. Один пронзает его копьем? Так, уходя, великаны оставили святилище, которое хранят, так это мы поняли. Легенды. Так, мировой змей, это очень странно. Эмир был первым великаном. Так, Эмир был первым великаном. Из его тела появились все. Не только другие великаны, но и ветер, деревья, солнце, а может и черви, которые потом стали гномами. А потом один его убил. Но откуда тогда взялся он сам? Ну, хороший вопрос. Что это? Это очень странно, так. Это мы уже смотрели.
Блин, блински. Закрыто. Так, оглушив или убив врага, мы можем заставить величайшего таксиста у него кошмара выйти наружу, это мы знаем. Так. Минутку. Пойдем. Сын, сюда. Прочти. Круто. Чего там? Что пишут? Пока я бросаю комья земли на изувеченные тела вейтургарцев, Монсогни, с одержимым блеском в глазах, любуется очередной зверушкой. Будь проклято его имя, король гномов ставит охоту на троллей и драконов выше жизни собственных подданных, тех самых подданных, которых почитали его, ловили для него чудовища, умирали забытыми. Моя попытка выпустить зверя потрясла неудачу. Суть-то... Так я вроде такого уже видел. Так, ладно. Так. Давай, зайдем. Давай, что там? Ой. Подожди, готов. Вначале я ему башку размажу, чтобы не возомняло себе, что попало. Так. А где третий-то? Камень. Я уверен, что он где-то здесь. Может, он внизу только быть. Твою ж мать. Так. Ну,
Блин, блински. Давай. Так, ну-ка. Давай. Блин, блинский. Ладно, давай сюда немножко пройдем, посмотрим. Наверное, мы почти на вершине. Нет, здесь мы пойдем наверх. А нам надо немножко спуститься вниз. Атрей, за мной! Уже иду! Блин, блински. А, вот я здесь. Наверху. Наверху? Да. Это мы были. Так. О, вот это находка. Да что-то собрали просто и все. Блин, даже не знаю, как мне туда идти, не идти. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Врагов-то, тем не менее, у меня здесь нету. Сейчас я спущусь, посмотрю. Давай, 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 спускайся. Блин, это гребаная гора. Путает все мои планы. Аккуратней. Куда тут надо? Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Да, например, сейчас. Точильный камень. Подожди. Здесь нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, как мне туда вниз опуститься? Наверху. Так.
Но... Ничего, ничего не произошло. Как мне спуститься в эти туннели? Не понимаю немного. Может потом где-то как-то. Но тем не менее. Прошу прощения. Но где-то же должна быть третья штука, которая, блин, сундук-то открывает. Непонятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда? Давай-ка еще раз попробуем там наверху посмотреть. Сейчас. Глянем. А интересно знать, вот такой вот кристалл белый, это вот так вот уничтожает? Рома! Нет. Уничтожать не уничтожает. Там наушники. Так, я уверен, что где-то тут. Да необычное, необычное, подожди. Тихо, я здесь. Да-да-да. Да-да-да. Где-то тут должна быть еще одна руна. Только где?
Где ты можешь быть? Так. Вон там могут быть. Да, блин, возьми ты ее. На. Отпускай. Вот она. Давай смотрим, что в сундуке. Яблоко. Что, давать мне не хотели? Уж какие вредные-то. Знаю, что недалеко-то было где-то. Правда, времени ушло на поиски. Полезли вверх. И выше, и выше, и выше. Блин, мне тут так-то по всей карте еще бегать и бегать. Давай. Что мы там видим? Смотри, вершина. Мы совсем открыто. Рядом. Твой колчан. Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой. Стой. Батя говорит стой, значит стой. Сломанный колчан замедляет стрельбу. С болью можно мириться. С плохим оружием нет. Пока сойдет. Хорошо? Да. Иди. Ну, учитывая, что острие будет мешать ему, спокойно, конечно, доставать. Под ноги. Это. Я уже посмотрел, да, действительно, ему будет удобно лук-то доставать. На гору почти поднялись, смотрите, там. Даже какое-то растение есть. Я оттуда хочу посмотреть. Смотрите, как прекрасен. Нашпиговал его, как ежика. Давай. Жду команды. Ольфарлок. Давай. Да. Нормально мы раскристали.
Смотри, сынок, какой красивый мир достался нам. Прекрасно. Просто прекрасно. Я не понял, он что, опять здесь, что ли? Гном уже тут? Так. Трума! Должен быть путь наверх. Синий пока мы не умеем убирать эти растения. Но я прям слышу, этот гном где-то булькает. Ну давайте. Ты слышишь? Конечно, да, слышу. Помолчи. Эта тварь мог бы, блин, не нам будет помочь. Ну что, вкусно ли ты ел? Ты знаешь, зачем? Наша прошлая встреча не развязала тебе язык. Тот человек, что приходил к нашему дому, ты же вроде убил его. Шш. На этот раз ты не один. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Сыновья Тора? Ну, а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдр, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Прекрасно. Мы еще вернемся и выбьем тебе второй глаз. Не забывай. Интересно знать, а кому глаз-то у нас одноглазый, только Один был? Так... Балдур, один из асов, сын Одина, брат Тора, вот почему такой мощный был. Он пришел к нам домой и напал на папу, пока его папа его убил. Или нам так показалось, кажется, он не чувствует боли. Теперь он находится на нас вместе со своими племянниками, а мы не можем понять почему. Вон оно что. Так, ладно. По крайней мере, кто бы там ни был, не хотел ему помогать, это уже хорошо. А я хоть и бог, но с несколькими полубогами даже и то справиться сложно. Все своим миллионом нападут, у меня их трое там минимум было. А, ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Ну давай поговорим с тобой. Он не знает, кто ты. Какой-то сатир, что ли? Меня это устраивает. А ты кто? Я величайший посредник для богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Мое имя Мимир. Я умнейший из людей. И могу ответить на все твои вопросы. Людей все-таки. Зачем мы нужны сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже 109 зим назад. Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю, ты дай мне время. Да ушли они, ушли. Как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она чтобы хотела... мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме, стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Это самый последний известный мост в Йотунхейм. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Ну, не блин. Это. Может, пойдем по мосту?
У нас есть Биврёст. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Ну? Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. А почему нельзя-то? Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора, не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии? В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это да, не жизнь. Тяжко тебе. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Чего не может? Он столько голов перерубил там нахрен. Брат, сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик, чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже. Он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Херак! Нормуль. Учитывая, что за жизнь у него была, я ему одолжение сделал. Благословение, так и сказать. А, кстати, эти сыны богов-то куда ушли? Или кто они там были? Йотунхейм! Мы отправимся в Йотунхейм! Мы найдем затерянный мир великанов! Это... Не ко времени. Ну да, блин. Я это и хотел сказать. Давай, смотрим, что здесь у нас. Что за реликвия? Ох! Знак теней. Кстати, напоминаю, что я собираю средства на видеокарту. Да. Кто желает помочь или кто может помочь... Пожалуйста, реквизиты в описании. Буду рад любой сумме. Так, потому что игры сейчас весят много. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да. А у меня не позволяет видяха. Бегу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Ремира. Он был хороший, а ты ему голову отрезал. Надо было так. Давай. Опа. Ух ты. Ага, только сюда вот. Как он и говорил, только в одно место я могу прибыть. Шли, давай. Ха, с ума сойти! К нам в дом пришел Бальдер, один из асов. Бальдер! И ты с ним сразился и победил. Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Ладно. Глупо, конечно, но я надеялся, что мы найдем на той горе великана.
Видать, они и правда все ушли. Ну, кроме змеи. Он, наверное, последний в своем роде. Ты тоже последний из своих? Потому не любишь говорить о... Своих? Ну, я про твою семью. Для меня и маму. Откуда ты родом? Кто мать и отец? Дедушку с бабушкой. Не время сейчас для этого. Не понял. А вот. Давай, входим. Ну. Спокойно. Хватит я жрать. Я же не ору тебя над ухом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. Оставь его. Да чтоб... Вы уже нарушили мое одиночество. Можете составить компанию. Мы не голодны. Славно. Я вам и не предлагаю. Ха-ха, козел. Видели твоего брата. С чем и поздравляю. И небось опять дали ему вдосталь поизгаляться над моим топором? М? Ну показывай. Давай. Ну, кстати, с одной стороны, бесплатно, когда они усовершенствуют то один, то другой, это хорошо. Друг друга дополняют. Этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Шутка зачетная. Он там не отощал? Да нет. Хорошо. Так лучше. Так, знак гномов еще один. Ну и что вам еще надо? Давай-ка посмотрим. Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, поди заставь его нормальной горячей жратвы состряп. Похоже, в семье весь аппетит мне достался. Как и мозги. Скучаешь? По этому придурку! Да вот еще. Ну давай попробуем. Ты бы шел уже, а? Хватит жужжать тут над ухом. Я уже устал от тебя. Рубль на серебро можно. Слава богу, я его с запасом. Так, купить. Ага. Нахрен она мне нужна. Так. Впереди опробуй. Да подожди, я пробую. Я их даже не одел. Давай вот так вот. Так. Ну-ка, давай-ка еще разок. Носи достойно, засранец. Ой. Много бульков.